Чаю? Я не пью чай. Ну а что ты пьешь? Только не чай. В общем, я веду учет личностей и существ из других миров, что могут быть опасны для нашего. Боюсь, твой сводный брат Локи входит в этот список. Понятное дело. Тогда зачем он здесь? Мы разыскиваем отца. То есть, если я расскажу, где сейчас Один, вы все без промедлений вернетесь в Асгард? Без промедлений. Чудесно. Тогда помогу. Если знаешь, где он, мог бы просто позвонить. Он настоятельно просил его не беспокоить, объяснив это тем, что предпочитает изгнание. К тому же у тебя нет телефона. Да, так и не завел. Но мог бы скинуть адрес на электронку. Слышал про имейл? А у тебя есть компьютер? Нет, на кой? Ну так вот, мой отец уже не в изгнании. Сообщишь, где он, заберу домой. С радостью. Он в Норвегии.